27 июня на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании на полигоне твердых бытовых отходов Шуховский. По прибытии было установлено, что горит мусор на полигоне на площади 11 тысяч квадратных метров. На пожаре на данный момент задействовано 12 единиц техники и 33 человека личного состава от МЧС. От РСЧС работает 9 КАМАЗов и 3 бульдозера, 12 единиц техники. Сложность данного пожара заключается в том, что горение происходит внутри, поэтому нам приходится снаружи вести тушение, подавать на тушение лафетные стволы. 29 июня группировка сил от МЧС была увеличена. Это связано с тем, чтобы данный пожар ликвидировать в кратчайшие сроки, чтобы не допустить распространения продуктов горения на территорию города Кургана, чтобы жители города могли дышать чистым, свежим воздухом.